В начале апреля исполняется третья годовщина победы азербайджанской армии в апрельских боевых действиях 2016 года. Три года назад, 2 апреля, Армения, интенсифицировав обстрел с позиций, расположенных на оккупированных территориях, подвергла огню вооруженные силы Азербайджана вдоль линии соприкосновения войск и гражданское население. В результате этих атак 34 населенных пункта и села Азербайджана подверглись артиллерийскому обстрелу. Вооруженные силы Азербайджана для обеспечения безопасности гражданского населения и пресечения очередной провокации Армении приняли необходимые контрнаступательные меры, в результате которых были освобождены важные стратегические пункты. Тем самым была обеспечена безопасность населенных пунктов по нескольким направлениям. По словам армянского генерал-майора Аркадия Тиртадевасяна, Азербайджан выполнил поставленные задачи. У противника была цель узнать, где находятся наши силы и средства. Какие у нас возможности. И они добились своей цели. Это была разведка боем. Дальнейшая их задача, они проработают все это и сделают второй шаг, сказал он. Перефразируя известную фразу бывшего президента Армении, обогревшего руки в крови невинных жителей Хаджалы, Сержа Сарксяна, можно сказать, что до апреля армяне полагали, что с азербайджанцами можно шутки шутить, что Азербайджан не способен очистить от оккупантов свои земли. Азербайджанская армия сумела сломать этот стереотип. Именно таким был результат боевых действий трехлетней давности, который черным пятном надолго останется в памяти в кавычках непобедимых армян. Они отказывались признавать, что проиграли боевые действия и потеряли ряд стратегических высот. Ведь многие десятилетия рассказывали легенду о мощи своей армии, которая была разбита вдребезги в течение нескольких дней. В апреле армяне были вынуждены констатировать, что им противостоит мощная, боеспособная, оснащенная новейшим вооружением армия. Настолько удар по ним был мощным, что армяне обычные боевые действия охарактеризовали как войну и до сих пор продолжают называть это событие таким образом. Можно констатировать, что все это стало тем переломным моментом, который усилил веру азербайджанского народа в скорое освобождение всех оккупированных земель, а у армян страх в скором их выдворении с этих земель.